8 марта 1908 года по призыву Нью-Йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 тысяч женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных цен мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права. В 1909 году Социалистическая партия Америки объявила Национальный женский день, который отмечался вплоть до 1913 года в последнее воскресенье февраля. В 1909 году это было 28 февраля. Позднее, в 1910 году, делегатки из США прибыли в Копенгаген на вторую международную конференцию женщин-социалисток, где встретились с коммунисткой Кларой Цеткин. Клара Цеткин в 1910 году, на второй международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа в рамках 8-го конгресса 2-го интернационала, предложила учредить Международный женский день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам.